У обладателя этого имени в бизнесе друзей нет. Люди Меркурия и сами это прекрасно понимают и на других особенно не рассчитывают. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Владельцы этого имени рождены по числом 5 и управляются Меркурием. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквой «Х», вы не встретите. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Владельцы этого имени обладают аналитическими способностями, великолепно приспосабливаются к обстоятельствам, у них развиты как способность к диагностике ситуации, так и к ее критическому разбору. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Наилучшее время для завершения или начинания любых сделок, а также для подписания договоров и контрактов для этого имени – это среда и пятница. Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.